Доброго вам дня. Что это он затевает? Сделайте хоть что-нибудь! Да чтоб вы сдохли, варьё! Лучше бы вы меня убили! Хоть бы янычары выкололи вам глаза и поотрубали руки! Сеньора, что у вас тряслось? Да, эти мерзавцы! Они ворвались в мой дом и забрали все, что смогли вынести! Помогите! Я уже обязана вам жизнью, Эфенди. Но не поможете ли вы мне еще раз? Что такое? Эти мерзавцы сначала ворвались в мою лавку. Не иначе решили совсем пустить меня по миру. Видите?
Они все еще здесь! А ну вон отсюда, варьё! Убирайтесь! Я его вижу! За ним! Вы сделали очень доброе дело, эфенди. Мне так жаль, что я ничего не могу вам предложить взамен. Вы ничего мне не должны. Но, возможно, вы захотите помогать ассасинам. Вы отлично лазаете. Нам нужны такие люди. О, спасибо за предложение. Честно. Если жизнь и свобода дороги тебе, встань рядом с нами и сражайся за дело мира. Ты пример для всех, эфенди. Я рада стать одной из вас.
Обалдеть! Понедельник! Я открою для публики свою частную библиотеку. Патриарх, который собирался приобрести большую часть... О, нет! Что это было? Сделка заключена. Походите, друзья! Клиентов здесь обхаживают как халифа! Попробуйте компрессы из кориандра и лимона. Дьявол! Эй! Эй, вы
недопустимо. У меня нет слов. Я его знаю. Отлично. Убийца! Какого? Скорее! Отпустите меня! Я тут ни при чем!
Держите здесь оборону. Удерживайте точку. Держите здесь оборону. Точку. Вы должны удержать точку. Защищайте район. Держите здесь оборону. Держите здесь оборону. Защищайте район. Держите здесь оборону. Захватите точку. Удерживайте точку. Удерживайте точку. Держите здесь оборону. Защищайте район. Держите здесь оборону. Защищайте район. Держите
Держите здесь оборону. Не стоит умирать. Удерживайте точку. Я не хочу. Наставник, до нас дошли тревожные вести. Говори. Мы полагаем, что православный диакон Раскольник хочет убить патриарха Константинопольского. Известно, кто этот диакон? Пока нет. Ничего не известно. Нам нужно его имя. Мы же не будем убивать без разбору всех священников от Бурсы до Белграда.
в Йенни. Поспрашиваем народ и дальше посмотрим. Каков наш план, Эцио? Православная община в этом городе невелика, чтобы хранить большие секреты. Думаю, святые отцы дадут нам ответы. Слухи, что некий дьякон Раскольник хочет убить патриарха. Кто бы это мог быть? Да, эти слухи и до нас доходили. За ними всегда стояло одно имя – Кирилл Радосский. За впадение в ересь патриарх отлучил его от церкви несколько лет назад и предал анафеме. Если увидите его в городе, он точно замышляет недоброе. Что выяснилось? Нам нужен Кирилл Радосский, изгнанный дьякон. Стоп. Доброго вам дня. Не спеши. Здесь много священнослужителей. Точно не каждый день увидишь. Вот он, наш лев. Давай, давай! А вот и он. Слава богу, что вы здесь. Держитесь. Я с вами. Следуй за мной. Благодарны вам за вашу доброту, друг. Спасибо. Отлично. Вас ничто не остановит. Я знаю, давайте, что делаю, Эдзио. Как только у меня появится возможность, я убью его. Thank you.
Вот он мой! Стой! Это не наша цель! Дьявол! Это был невинный человек! Мне нет оправдания, наставник! Простите! Я-то ладно, но другие не простят. И не должны. Подбери его тело и отнеси его на берег. Это твое бремя. Дай морю тело этого бедняги и поразмысли о своей ошибке. Эвет, наставник, я никогда не забуду этого позора. Разве у нас не действует закон о приличии? Он кого-нибудь покалечил! Поймайте его! Живо!
Стой!
Здравствуйте, наставник. Скажите, вам доводилось слыхать имя Лисистрата? Комедия Аристофана? Не совсем. Это местная актриса, взявшая себе псевдоним в ее честь. Не слыхал. Пойдемте со мной. У нас небольшая проблема. До нас уже доходили слухи, выставляющие эту Лисистрату в крайне черном свете. Мы опасаемся, что именно она стоит за исчезновением многих важных людей в Империи. Но доказательств нет. Пока нет. Сегодня есть шанс. Вот она. И она не одна. Я сяду ей на хвост на улице, а вы давайте на крышу. Примечайте все подозрительное. Бене. Какая необычайная дерзость. Где же делают такие накини? В Испахане? Отвести дядю. На помощь! Он убийца! Зовите стражу! Ты сгоришь в аду за то, что обираешь мертвых! Почему я опять оказаться не в том месте?
Что же это? Что это он затевает? Позор. О, это же очень опасно. Это очень необычно. Не сегодня. Наставник! Она исчезла! Мы найдем ее, если поспешим. Простите, наставник. Атака была преждевременной. Расстояние большое. Она не должна была уйти. Век живи, век учись. Усвой этот урок и очисти свой разум. У нас будет другой шанс. Нельзя иметь все, что хочешь.
Эй, постойте, можете помочь? Что беспокоит тебя, Амико? Тут какая-то сумасшедшая насылает на людей проклятие. Я сам видел. Проклятие? Ну, не совсем. Это старые византийские монеты. Она подсовывает их людям в карманы тайком, и мне все это совсем не нравится. Погоди пока тут. Пойду посмотрю. Стража! Ферма, стой! Дерьмо! Это что еще такое? Забавное занятие. Подсовывать негодные монетки мужчинам в карманы. Тебя не ловили за этим? Ни разу. Хотя иногда я и сама крала деньги, но только чтобы прокормиться. И не надоело тебе это? Лучше присоединись к ассасинам. Мы за правое дело. Хм. Да, наверное, это будет лучше, чем жить только для себя. Да, я буду с вами. Слов, чтобы это описать. Забавное представление. Ногти и попробовать разные комбинации соли и специй. И найдем хороший рецепт. Убийца! Бегите! Здесь убийца! Какого хрена? Пора валить и быстро! Ты не одинок, Аркадашим. И тебе нечего бояться. Я хочу делом отплатить тебе за добро, ассасин. Примите меня в свои ряды. Ha!
Друзья! Щедрая награда обещана всякому, кто представит любые сведения о вести братства Ассасина! А нет слов. Прошу, помоги! Найди того, кто сделал это со мной! Тебе срочно нужен лекарь. Нет, нет времени. Тот, кто сделал это, ищет мою жену и дочь. Если он найдет их, Бог знает, что он сделает. Во имя справедливости, друг мой, прошу, не дай ему убить мою семью. Я постараюсь. Этих гнусных сектантов надо предать мучительной смерти. Он кого-нибудь покалечит. Чёртовы уличные артисты. Сраные придурки. Обещайте этих от броня позаботиться, вырвите их богохульные черные. Все кончено. Как твои раны?
Раны пройдут. Главное, что моей семье ничто не грозит. Чем отблагодарить тебя? Присоединяйся к нам, когда поправишься, брат. Нам всегда нужны люди чести. Да, друг мой. Обязательно. Я мастер кулачного боя, и султана прячешь лицо за капюшоном, да? Тираны! Позор! Позор! Безумцы!